Что если у вас такой жалкий вид сегодня? Меня расстраивает жестокое обращение с этим малым. Это у вас вроде морской болезни. Одни ей подвержены, другие нет. Вы так издеваетесь над человеческой жизнью. Неужели вы не придаете ей никакой цены? Цена? Какой цены? Как вы ее определите? Кто оценит жизнь? Я ценю. Я имею в виду не вашу жизнь, я имею в виду чужую жизнь. Сколько она, по-вашему, стоит? Цена жизни, ее ценность не самой. Это столь очевидная истина, что подвергать ее сомнению мне никогда не приходило в голову. С точки зрения спроса и предложения, это самая дешевая вещь на свете. Это количество воды, земли, воздуха ограничено. А жизнь, которая порождает жизнь, безгранична. Природа расточительна. Возьмите рыб с миллионами икринок. Возьмите себя и меня. Имея мы такую возможность, мы бы с вами смогли стать отцами народов и населить целые материки. Жизнь. Пустое. Из всех дешевых вещей на свете, жизнь самая дешевая. Где есть место для одной жизни, там она сеет тысячи. И везде, слышите, везде, жизнь пожирает жизнь. Вы читали Дарвина? Ну... Вы превратно толкуете его, если считаете, что борьба за существование оправдывает произвольное разрушение вами чужих жизней. Вы, очевидно, имеете в виду лишь человеческую жизнь. Так как зверей, птиц и рыб вы уничтожаете не меньше, чем я или любой другой человек. Человеческая жизнь ничем не отличается. Она не имеет никакой цены, кроме той, которую себе придает. И, конечно, она сама себя переоценивает. Матрос, который висит на мачте, так цепляется за жизнь, как будто это не весь какая драгоценность. Имеет ли ценность его жизнь для него самого? Конечно, имеет. Но я не согласен с его оценкой. Он слишком переоценивает себя. Если он упадет и разбрызгает свои мозги по палубе, мир ничего не потеряет. Предложение слишком велико. Только он один и ценит свою жизнь дороже бриллиантов. Эти бриллианты рассыпятся по палубе. Их смоют в океан ведром воды. А он даже знать об этом не будет. С потерей самого себя он утратит и сознание потерь. Ну, что вы скажете? Что? Вы, по крайней мере, последовательны. В таком случае, встаньте в сторону. Я хочу выйти.